Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. В сегодняшнем видео хочу вам показать, как заставить куклу Лол писать. Да, вот эта вот кукла Лол, она у нас нет у нее дырочки, вот как у некоторых, и здесь нету дырочки. Вот здесь, в принципе, вроде бы есть дырочка, но недостаточно. Что мы для этого сделаем? Вот мы сделаем, значит, возьмем сверлышко. Поверхность понадобится и сделаем ей дырочку тут аккуратно. Да, этой куклу не получится сделать, потому что у нее она вообще целиковая. Вставляете и такой бывает. Я думаю, пустая внутри. Ну, зато пись получилась. В общем, вот так. Ничего не вышло с этой куклы. В общем, ну, ролик я все равно залью, чтобы вы не питали пустых иллюзий, как бы, по поводу того, что это можно сделать. В принципе, можно сделать, чтобы она плакала, делать дырочки в глазах. Но это сейчас не будем делать.